Сейчас появилась такая низменная идея, очень низкая. Я прошу прощения, кто разочаруется во мне, но я это просто теоретически. Она возникла из синтеза разных блогеров. Я слышал одного блогера, который просто 12 собирает на путешествие, второй просто на то, чтобы бухать. А я вот предлагаю вам донатить мне, чтобы я бухал и при этом свои глаза прям в камеру показывал, там, ну я камеру нормальную куплю. И я буду рассказывать свои ощущения и мысли. У меня приходят мысли о Вселенной, о Боге, о мироздании. Я задумываюсь глубоко, и мне становится страшно. Тогда донатьте вот ради этого, чтобы я открыл вам. Это круче, чем убер-маргинал, донатный философ Толя или еще кто-нибудь. Я буду открывать вам. Я не чувствую эйфорию, я не чувствую никакой радости. Я просто вот молча чувствую, что пытаюсь ощутить этот мир, вот весь этот мир, который за пределами материализма, за пределами того, что мы видим, потому что у меня еще глаза не видят. Поэтому смотрите, давайте попробуем так. Вы задонатите на алкоголь. Я выпью и буду рассказывать, что я вижу. На другом канале сделаю, потому что это будет пропаганда, наверное, от алкоголизма. Короче, давайте вы задонатите на алкоголь. Именно на алкоголь. Я выпью и буду рассказывать, что я вижу, потому что мне открываются. Я выпил два сидра всего лишь. И у меня такое там. Такая бездна открылась перед глазами. Ну, не перед глазами, а вот в сердце, в уме. Вот. Я не знаю, я просто смотрел в одну точку и. Я не знаю, если бы я выпил 3-4 сидра, может, мне открылось бы вообще смысл всей нашей жизни. Ну, это слишком преувеличено и эгоцентрично звучит, но что-то в этом есть, я вам отвечаю, я чувствую что-то, я чувствую что-то. Я без очков был, у меня глаза не видят ничего, я видел только отблеск на стене, и этот отблеск значил что-то. Что-то значил более глобальное, чем все, что мы видели, все, что я видел в саду, когда работал и слышал. Так что вот я выложу это видео и предложу задонатить мне на алкоголь. Но я понимаю, что это оттолкнет от меня людей. Но я честно, по крайней мере, честно признаюсь, честно предложу, ничего не скрываю. Хоть один из миллиона поймет мою честность. Ладно, ребят. Но это на ваш выбор вообще. Алкоголь там стоит всего. Этот Ягуар 110 стоит. Но мне нужно, чтобы у меня было вот какое-то вот. Ну, действительно, вот глубокое ощущение. Мысли глубокие возникли. Это нужно. Это нужно как минимум два ягуара, желательно три, 2,5 где-то вот. Так, стоит один ягуар, ой, не ягуар, а, да, ягуар 110 рублей. Просто у нас больше ничего не продается здесь такого. Ну, я посмотрю, что еще там есть. Ну, короче, смотрите, кому интересно, кому надоело донатить, то ли философу Толе, Сисяну и прочим. Донатьте мне, и я вам буду рассказывать такие вещи, о которых вы еще не слышали. Я слепой, но может быть я вижу, увижу что-то потустороннее, увижу что-то за пределами этого мира. Вам разве не хочется узнать? Вы видели мои глаза испуганные? Это не просто так испуганные глаза, а это пред этим мирозданием, пред этим миром. Перед глубиной того, чего мы не понимаем, мне чуть-чуть приоткрылась правда. Так что давайте, ребята, выложу это, там реквизиты выложу. Если задонатите на пиво, пишите именно, что на алкоголь донатите. Мне достаточно собрать, так, 110, 220, 300. Короче, где-то 300 рублей достаточно собрать на алкоголь.
Все. Я буду вот прям снимать свое лицо и записывать, глаза свои снимать и говорить, что я вижу, что я чувствую, что я ощущаю. И вы просто должны офигеть, потому что я чувствую не так, как многие. То есть у меня нет эйфории, нет потливости, нет ничего. У меня глубокая задумчивость и осознание мировоззрения. Осознание мироздания. Короче, ладно, ребят.